Добрый день! Здравствуйте! Сегодня что у нас? 14 июля. 2 часа дня. Под солнцем жара невыносимая. Ну, легкий ветерок помогает немного. Более-менее спасает, да? Да. Сегодня мы, как и решили на неделе, пришли в Рио Молл. Между прочим, я ни разу тут не была. Ты была? Не помню. На открытии мы были, снимали. Ты болел, мы снимали. Нет, на открытии мы были где-то в Гамбурге или что, Давид снимал. Нет? Да. Вот это нас заинтересовало. Экзотариум. Посмотрим, что это такое. Улица Рача Кочара. У нас есть еще улица Ервант Кочара и Геворг Кочара. Вот, да, вроде? Экзотариум. Синема. Джуланджи или Зуланджи? Это первая буква, какая? Не знаю, первая буква. Джуланджи. А где Маргарита? Что мы без Маргариты? Джуланджи не зайдем. На лифте, да, надо? Второй, спасибо. Рит! Мы поднимаемся на лифте на второй этаж. Маргарита отказалась. Она уже была, не в том возрасте, наверное. Музыка везде же сопровождает. Билеты купим? Нет, сюда надо или с МС, или с армой. С детьми, потому что билет стоит на человека 1500 грамм. Да. Я считаю, что не стоит нам на это тратиться. Нет, сейчас не стоит. Лучше в ресторан пойти. На 3000 мы в ресторан не пойдем. А пойдем. С детьми, конечно, совершенно другое. Да. О, посмотри, как она как кормит там девочек, кого ласкает. Козочки, да? Это что? Кролик, там кролик, она легко козочка. Там ребенок, да. Вот отсюда смотрим, как бедные родственники. И музыку еще надо снять. Ну, попугай, конечно, красивый. Посмотри, это голубой, а тут красивый зеленый. Где красный? А вот он на том шесте сидит. А это далеко вообще. Это билет уже. Вот еще и белый попугай. Попал в кадр. Очень много попугаев. Они говорят попугаи, да? Что говорят приблизительно? Здоровается синий попугай. На армянском? Этот здоровается. Вахчай! Вахчай! Здравствуйте! Попугай сам дрессировщик или? Нет, теперь попугай дрессировщик работает и разговаривает. Страшно. Дрессировщик работает. И красный тоже кое-что умеет говорить. А красный попугай говорит папа и называет имя хозяина Карен. Хозяина Карен зовут, да?
Да. Ну пошли. И отсюда мы хотим. Вот так. Маргарита оказалась права, что отказалась. Ну, раз пришли, ознакомимся вскользь. Вы будете отдыхать, Маргарита? А что, правильно, прохладное, хорошее место. Кондиционеры работают. А, Найд, ну ты придешь, я надеюсь. Ну и правильно делают. Почему совершенно? Это русский бренд, да, наверное? Тебе знаком он? Да, Настя? Что? Этот бренд знаком тебе? Нет. Ну, это русский, наверное, че? Невероятно. Давай узнаем. Спортивный магазин. Да. Уже у нас тоже продавщицу найти проблемой стало. Да, смотри, Гоголь, Толстой, да, значит, еще кто-то. Ну, вот здесь вот со скидками все эти маечки стоят 2092. Ну, столько. Мирё Пекалядзес. Это русский бренд, да. Этот магазин. Ага, спасибо. Да? Да. Ну, пошли. Новое поступление. Сали, армянский бренд. Сали, да. Там вот скетчерс, это хорошая обувь, скетчерс. Давай зайдем на секундочку. Ну, это без меня, наверное, мне уже... А это какая фирма? Я ни разу не покупала, но все очень хвалят. Они стоят 61 тысячу, да? И скидок ничего нет. Ну, я думаю, можно спокойно выйти. Вот здесь 20% скидки, они стоят за скидки. Вот это можно купить, 30% скидки. А эти сколько стоят? Сколько? 14 700 и 30% скидка. Ну ничего, дешево. Сравнению с Лафайет, где это стоит? Лафайет мы встретили такую, 7000 евро стоило. Но легкая была очень. Я уже рассказал. Как? Я сказал 7000. Не, 7000 сумка стоила. А Костан тоже, нет, армянская, наверное? Ну-ка спроси. Это армянский бренд Костан. А, хайкакан бренд, да? Че, Костан, ընդհանրապես Костан գրածը, հայկական, а? Ախեք ասում կոշիկները. Ա, բոլորը. Ա, իսկ սրանք Костан չէ։ Ա, эти немецкие, а туфли армянские. Костан. Ужас, сколько музыки мне придется убрать.
Она это что-то осталось там. Это не тот Роберто, нет? 50 тысяч. Роберто, да. Роберто Пиролов. Пиролов. Не знаю, что за Пиролов. Ну, для меня, конечно, все очень дорого. Потому что я вчера эти купил за 1500. Ох, шин. Լավենք, լարեց ես, եսար ռուսերեն է գիտեք, կիրակի օրերը։ Ամեն գիշեր, Ну, я выключу, спокойно поговорим с людьми. Наши ушли там далеко, как и многие из Ирана поехали после того, как Хомейни пришел к власти. Уехали в Америку, уже 30 лет в Америке. Да. Она, мне тут порядком надоело. Ну, давай быстро пойдем. Ты знаешь, люди, может быть, сегодня воскресенье, на Сайван поехали или... Ну, вообще-то Маргарита говорила, что здесь, в общем, да, мало посетителей. Да? Сейчас на второй этаж или... Да. Кстати, я зайду на секунду. Может, мой зонтик тут есть? Может, нашли они твой зонтик, да? Когда мы... Вот зонтики этот... искали, по-моему, мы с Молом ошиблись. Сюда удобнее. Все компактно. Вот смотри, и этот мини, да, как он назывался. Друг от друга все, ну, давай второй этаж посмотрим, что там творится. Это тоже русский бренд, очень хороший, кстати. Где? Вот справа. Там взрослые женщины. Хорошие очень товары. А здесь вы... тоже сплошные магазины. Да, и здесь. И оттуда спускаются на первый этаж уже, наверное. Классику. К Маргарите. Очень витрина, видишь, одежды. Наверное, надо было наоборот, эти очки надеть на Маргариту, я бы там сидел. Ну, давай спустимся, я думаю. Ладно, ты зайди, я пойду там кафе посмотрю. Зона питания. Кашир пицца, конечно. KFC, Burger King. Интересно, на балкон можно выйти? Мистер Гирос. В общем, все представлены. Видите, как демократично.
принципе, Самвел Карапетяну принадлежит только Ташир Пицца.